Экипаж подводной лодки К-35, экипаж вашим казанием построен. Командир корабля, капитан Пиран Комсов. Есть. Здравствуйте, товарищи гвардейцы. Счастливым вас возвращением. Спасибо большое. Точно так же в 95-м с боевой службы встречали тогда еще капитана первого ранга Алексея Бурильичева. Только было некоторое отличие. Вместо долгожданных объятий на пирсе его ждал серьезный разговор. Меня встретил командующий флотилии, тут же как бы отвел в сторону. Ну, я уже был готов ему доложить все результаты. И на руках у него была газета, где была статья, посвященная действиям моего корабля у побережья Соединенных Штатов. Это была перепечатка из американской прессы, что подводная лодка русских действовала вот там, действовала успешно, неожиданно для Америки. Эта новость открыла срочное совещание в Комитете по национальной безопасности США. Каким образом русская подводная лодка с крылатыми ракетами на борту смогла пройти и долгое время находиться у американских берегов незамеченной? Наша лодка длительное время, все автономно, ходила вблизи чужих берегов, в зоне действия хорошей такой мощной стационарной системы обнаружения. И чем мы гордимся, что она не была обнаружена. Лишь только потом, в результате годового анализа математических всех записей, наш теперь, сказать, партнер, он убедился, что за его кораблями неотступно ходили мы, неотступно ходила наша лодка 971 проекта. За тот поход Алексей Бурильичев получил звезду Героя России. А специалисты военно-морских сил США впервые за всю историю гонки вооружений оказались перед фактом. Русская подводная лодка превысила показатели американских аналогов. Россиян проснулось почти забытое чувство гордости за свою страну, но так и осталось непонятным, зачем сейчас, в мирное время, нужны такие корабли. Можно долго спорить, нужен нам флот, не нужен нам флот. Флот – удовольствие дорогое, тут спора нет. Совершенно немногие государства мира могут себе позволить содержать атомный флот, атомный подводный, атомный ракетный флот. Но давайте посмотрим. Земля, она вся поделена. Для того, чтобы передвинуть хотя бы на метр границу на земле, надо развязывать войну. Океан, он поделен достаточно условно. В океане, на море, граница, она вроде есть, а вроде ее нет. Поэтому впереди у нас будет, вне всякого сомнения, вот этот дележ океана. Давайте подумаем, сможем ли мы защитить свои границы территориального моря, не имея приличного флота, способного адекватно ответить на все возможные недружественные акты со стороны наших соседей. Не слышно свистящих пуль и взрывов гранат противника. Чтобы победить в такой войне, достаточно лишь продемонстрировать неприятелю свое преимущество. Таким образом, в самый разгар противостояния двух великих держав, страшнее тысячи таких взрывов становится создание в США атомной ракетной подводной лодки типа «Агая». «Агая» — это подводная лодка, которая имеет на вооружении 24 межконтинентальных баллистических ракет, которые в состоянии обстрелять любую точку земного шара с высокой точностью. Эти ракеты имеют разделяющиеся головные части. Они имеют индивидуальное наведение. На каждую цель одна боеголовка. Даже если взять, что у «Агаи» 6 боевых частей, умножьте на 24, столько объектов она может поразить мощностью заряда в несколько раз больше, чем те заряды, которые были сброшены на Нагасаки и Хиросиму.
это мы посчитали с вами, что может сделать одна подводная лодка. А если их 10 подводных лодок? От этого же надо как-то защищаться. Для этого должны быть силы какие-то, защиты. На тот момент в составе советского военно-морского флота были лодки первого и второго поколения. Но они были далеки от совершенства по самому важному показателю – шумности. Вот по шумности вы упомянули это слово, то это очень серьезнейшая была проблема. Даже было для первого поколения обидное прозвище «ревущие коровы». Это неприятно, но это факт. Любому человеку, не только специалисту, понятно, что для подводных лодок шумность, скрытность просто являются совершенно определяющими факторами. Вот этой шумности, этой характеристикой определяется взаимное обнаружение, взаимные дуэльные ситуации, борьба друг с другом. Вот кто незаметнее, кто скрытнее, тот и явно всегда будет побеждать. Мы обращаемся к вам, деятели науки, снискавшие глубокую признательность и уважение своим трудом. Превзойти американцев. Такую задачу поставили перед специалистами конструкторского бюро «Малахит». Решить проблему, так долго остававшуюся ахиллесовой пятой советского подводного флота. Проблему акустической скрытности. На подводной лодке шумит все. Начиная с грибного винта. Заканчивая обычным вентилятором. Специалисты «Малахита» придумали, чтобы снизить уровень шума, каждый отсек помещает внутри специальные рамы. Эту раму помещают еще в одну, такую же. И только потом с помощью специальных амортизаторов крепят к корпусу подводной лодки. После утверждения всей проектной документации начинается строительство первого корабля этой серии. Несмотря на возникшую необходимость в перестройке заводских цехов и переучивании сотрудников, сроки сдачи новой подводной лодки оказались максимально сжатыми. Тогда эти лодки ждали от нас, ждали установленные сроки, поскольку международная обстановка диктовала необходимость создания такой лодки. Ведь стоял мир на грани войны. Войны между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. Советский Союз – это империя зла. И я сделаю все, чтобы защитить американцев от этой угрозы. Работники завода, не жалея себя, работали в таком режиме, что приходилось только удивляться, как это люди выдерживают. Работали по 12, по 14 часов в сутки. Не знали выходных, не использовали отпуска. Это адский труд был для многих-многих коллективов, и не только нашего завода, а и завода всего Советского Союза. У нас договоров было более 3000 договоров. А уж сколько людей, вы сами понимаете, что это миллионы, миллионы людей. По сути дела, такой корабль создавала вся страна. Пришло неожиданное решение – работы по созданию лодки остановить. В Центральном комитете партии нашли, что проект не совсем соответствует тому, что требовалась задача – сравняться по боевым качествам с американскими атомными подводными лодками. Все познается в каком-то сравнении. Что хорошо, что лучше, надо сравнивать что-то с чем-то. По этой шумности мы всегда старались догнать американцев, сделать такую же шумность. Хотя бы поставить наши подводные лодки и наших подводников в равную ситуацию. А мы были не в равной. Они нас обнаруживали дальше. Они нас могли следить дольше за нами. Они могли нас, значит, уничтожить первыми.
имея преимущество это. Противостояние двух великих держав заставило пересмотреть нашу промышленность, задачи по малошумности. Но люди не роптали, люди не жаловались. Большую роль сыграли работники ЦКБ «Малахит». Они, что называется, живота не жалея, работали над переделкой чертежей, проектной документации, вырвались из этой ямы и пошли вперед. Задача была решена в превосходном смысле. Ушел из цеха, и на этом месте, на стапельном месте образовалось пустое место. Это просто что-то вот такое внутри, что-то родное от тебя ушло. Ну, это испытывает каждый вот судостроитель, который строит корабли, который потом их спускает на воду. То есть это трудно пережить. Человеку, который занимался как с родным ребенком, да, маленьким ребенком, этим судном, и вдруг он уже его нету. Строительство – только лишь часть работы. Впереди – испытание новой подводной лодки. Там, в центральном посту, сосредоточено управление всеми системами корабля. Особо нужно как бы отметить период, когда мы начали пуск реактора. Это абсолютно новая установка. Это очень сложная установка. Начать ввод ГО. Есть. Я понял, ГБ, я Гарри. Есть. Начать ввод ГО. Есть. Значит, ввод ГО. Было очень напряженно. Просто нельзя было допустить никакого сбоя. Внимание всех специалистов, кто занимался вводом установки, было направлено на то, чтобы не допустить никакого ложного срабатывания. Значит, вывод установки на понятные параметры. Все шло по инструкции. Показатели соответствовали установленным нормам, но вдруг... СКП-25. Сработала аварийная защита реактора. Сработала аварийная реактора. В 971-го проекта реакторный отсек, я сейчас нахожусь именно здесь. Одно из самых безопасных мест. Благодаря специальной системе защиты, которая поглощает опасное излучение, уровень радиации здесь ниже, чем в любом московском парке отдыха. Чисто, проходи. Товарищ командир, причиной неисправности атомной энергетической установки разрыв ГМШ на напоре навешенного питательного насоса. Время устранения 2 часа. Очень много было вещей, которые, наверное, трудно было, конечно, на бумаге и учесть. Они появлялись в процессе уже непосредственно самих испытаний. Тут же производились корректировки, тут же происходили новые внедрения. Устранена неисправность. Рекомендую начать выход на пониженные параметры. Ждать повторно. Как и все, начали учиться ходить, потом начинают бегать. Да, так и здесь учили, учили технику нормально работать. Товарищ командир, выше на пониженные параметры. Прошу решение проекта грузку, уже по генератору. Принять нагрузку. Принять нагрузку, уже по генератору 1-2. Теперь можно было вздохнуть спокойно. Пройден один из самых сложных этапов испытаний. И словно в благодарность, новая подводная лодка продемонстрировала создателям свои возможности. Я участвовал в первом переводе корабля с Самурского завода в бухту завода «Большой камень». Лодка шла в надводном положении. Впереди шел большой противолодочный корабль нашего флота. Он охранял этот наш караван и обеспечивал безопасность.
Еще не все системы были доведены до стопроцентной готовности. Вот, например, комплекс гидроакустический наш. Он еще находился в отработке. Его включали. Даже на переходе специалисты над ним работали. Акустик, прослушай горизонт. Есть акустик. И вот вдруг, значит, ответ-сдатчик этого комплекса говорит о том, что супостат известный находится под этим большим противолодочным кораблем. Центральный акустик по пирингу 229 градусов, шнарюжил шумящая цель. Звена первичная классификация цели номер один. Цель одиночная, подводная подтурбина, предполагаю цель подводная лодка. Естественно, моряки этому не поверили, с негодованием не поверили. Костик, дай запрос и сигнал. Есть акустик. После активной посылки сигнала... Центральный акустик, дан запрос на сигнал, ответа не получено. Мы убедились. Лодка стала экстренно уходить. Из-под киля, из-под БПК. Наш командир, наблюдая маневр цели вправо. Новый курс цели 230 градусов. Увеличил сход до 9 узлов. Маневр занятия позиции слежения. Вот эта запись, я ее до сих пор храню в виде свидетельства первого контакта нашей лодки 971 проекта с вероятным противником, как тогда говорили. Конец декабря 1984 года. Сдаточные испытания новой лодки идут по запланированному графику. Замеры скорости и глубины погружения дают ошеломляющие результаты. Они становятся рекордными в мировом подводном кораблестроении. Впереди последний, самый важный день испытаний. В завершающей стадии заводских испытаний был такой эпизод, который никто из участников никогда в жизни не забудет. Надо было испытать реверс подводной лодки. То есть это с полного подводного хода. Есть оба мотора, вперед полный. А это 33 узла. Так держать! Есть так держать! Больше 60, по сути дела, километров в час такая махина, больше 12 тысяч тонн, неслась. Рули отрабатываются на погружение. Верстальные рули 15 градусов на погружение. Имитируется заклинка рулей, и лодка начинает погружаться на максимальной скорости. В этот момент должна сработать автоматика, то есть должно произойти реверс турбины, винт должен пойти в обратную сторону и выдернуть лодку, значит, в горизонтальное положение и дать малый ход вперед. Дали полный задний ход. Нагрузки силовая установка не выдержала. Свалилась защита реактора. Лодка обесточилась, перешла на аварийное освещение и получила дифферент на нос. То есть пошла вниз. По глубиномеру до грунта оставалось 60 или 70 метров. Глубина 60. То есть еще несколько минут, и лодка должна была врубиться в грунт.
поступила команда командира корабля «Носовые рули на всплытии». Боцман отрапортовал, «Носовые рули заклинили». Это еще усугубило ситуацию, то есть уже вроде как ничем не остановишь эту лодку, она врубится в дно. Возникла немая сцена. И вот в этот момент оператор на пульте молибден, это оператор, который управляет общекорабельными системами, дает пузырь носовые цистерны главного балласта и продувает их. Он понимает, что делает ошибку, он дает второй пузырь уже на кормовые цистерны. И как раз в таком положении начинает всплывать. 20 метров, вот ко мне не снимает. Внимание, глубина 17 метров, глубина 18 метров, глубина 17 метров, глубина 16 метров, глубина 15 метров, глубина 14 метров, глубина 13 метров. От команды начали выполнять этот элемент и до всплытия, ну, наверное, прошло не более 5-7 минут. Но, конечно, за этот период пережить можно было все. Вся жизнь пролетела мгновенно. Ну, тут еще мы не вздохнули, потому что... В это время из турбинного отсека в центральный пост прошел доклад. Пожар в турбинном отсеке. Из турбинного отсека доклад, слава тебе, Господи, возгорание ликвидировано. Личного состава выключено. Отдышались, пришли в себя. Экипаж был штатный, моряки и наша сдаточная команда больше 200 человек. Ну и в том числе ваш покорный слуга. Все это пришлось пережить. Что все дело провалено. В нашем министерстве даже были такие разговоры. Не выкарабкаться заводу. Но судостроители надежды не теряли. Нужно было устранить замечания и провести повторное испытание. Это обычная доработка, и за один месяц можно исправить все неточности. Но до приемной комиссии оставалось всего 7 дней. Собраны были самые умнейшие люди со всех организаций. Со всех организаций, которые участвовали в строительстве. Поэтому эти все вопросы, связанные с доработкой изделия, они действительно очень быстро решались. Все нестыковки между системами тоже быстро урегулировались. В этом плане испытания шли очень быстро. Очень быстро. Через 6 дней головная подводная лодка 971-го проекта, безупречно пройдя повторные испытания, возвращалась в базу. Под
крики «Ура!» встретили у пирса эту лодку. То, что это была победа для завода, это несомненно, потому что такой сложной задачи завод в своей истории никогда не решал. И все это было на пределе, все это было чрезвычайно сложно, но корабелы это преодолели. 31 декабря был подписан приемный акт. Поздравил семью свою, завод поздравил, естественно, в первую очередь с такой победой. Казалось бы, самое страшное позади. А впереди окончание холодной войны, согласие и понимание между великими ядерными державами. Минувший год положил начало всеобъемлющему обновлению нашего общества. Согласие и понимание было продемонстрировано незамедлительно. В октябре 1986 года в Рейкьявике состоялась знаменитая встреча Горбачева и Рейгана. Они договорились о 50% сокращении всех компонентов стратегических сил. Вот вы говорите как раз о тех моментах, что хотели как лучше, получилось как всегда. Находимся мы все время в военном состоянии. Мы, начиная с 60-х годов, все время ведем конфликтные войны. Весь мир воюет. Воюет в Ираке, воюет в Югославии, воюет в Африке. Но мы не воюем атомным оружием, которое запрещено. Но мы должны иметь средства, способные задержать экспансию недружественных стран по отношению к России. А до этого, может, флот. Согласно данному обещанию, советский лидер направлял свое внимание исключительно на мирные инициативы. И вот мы стоим здесь. Здесь прекрасно. Вы по-прежнему считаете эту страну империей зла? Нет. В том же 86-м году Горбачев прибыл на Амурский судостроительный завод. Михаил Сергеевич, внимательно осмотрев все цеха, дал неожиданное напутствие. Он предложил в два раза увеличить производство мебели. Вот это только путь. К этому надо. В то время как на строительство подводных лодок не обратил никакого внимания. На этом заводе уже много лет существовал цех по изготовлению диванов, кроватей, тумбочек, но для сотрудников предприятия. Теперь этого добра должно было хватить на весь город. Через три года на основании тех же договоренностей со всех кораблей и подводных лодок было снято тактическое ядерное оружие. Может, даже отменять. Советский военно-морской флот лишился основной ударной силы. Ведя переговоры, заключали такие, подчас подписывали документы, которые нас ставили в неравное положение с американцами. Мы уничтожали, они складировались. Что значит складировали? В любое время они могут возвратить назад. Нам возвращать будет нечего. Доклады в Госдепартамент США были однозначны. Производство атомных подводных лодок в России остановлено. Если государство не может кормить свою армию, нам будет кормить вражескую страну. До VI, но про VI. На каждой встрече вы это повторяете. Россия никогда не вернется в прошлое. Главным же аргументом для прагматичных американцев стал факт отсутствия регулярного финансирования. Я ухожу. Каково же было их удивление, когда со стапелей Северодвинского судостроительного завода сошла новая подводная лодка 971-го проекта. А в 2001 году был сдан еще один корабль этой серии – знаменитый «Гепард». Иди
Этим кораблем завершалась серия. Этот корабль воплотил все элементы улучшения, потому что в течение всей постройки серии непрерывно проводились модернизационные работы. И поэтапное улучшение характеристик, изменение систем привело к тому, что мы полностью подтвердили то преимущество в акустике, которого так долго ждали. В настоящее время на Северном флоте в Гаджиево базируется целая дивизия подводных лодок 971-го проекта. Гепард, Вепрь, Тигр, Волк, Леопард. Недаром ее называют «звериная». Такая же дивизия есть и на Камчатке, на Тихоокеанском флоте. У меня просто нет вопроса, что наша страна должна обладать возможностью себя четко защитить, по крайней мере. Ну а потом, в общем-то, и наказать. Вот эти лодки служили, ну и будут служить дальше. Сейчас 971-й, потом, значит, лодки следующие. Это вот если бы с вами Бог бы дал, мы встретились бы через 10 лет, когда были приняты меры по возрождению мощи нашего флота. Мы бы уже говорили, да, 971-й проект уже устарел, уже он не в полной мере соответствует тому, что нужно флоту, допустим, 2020 года. Это развитие. Наше бюро спроектировало, идет постройка на Северном машиностроительном предприятии, а лодки следующего поколения, многоцелевые лодки, главный конструктор у нас Пялов Владимир Николаевич. Эти лодки четвертого поколения, естественно, приходят на смену нашим, и они еще лучше. Давайте отличим гонку вооружений в годы дикого противостояния двух систем от того, что делается сейчас. Вы все прекрасно знаете, что каждое государство, которое считает себя способным на создание военно-морского флота, еще атомного, подводного, старается построить новые лодки в достаточном количестве. Строят новые подводные лодки Франция, строят новые подводные лодки Англия, строят новые подводные лодки Китай, именно атомные подводные лодки. Так и Соединенные Штаты строят большое количество многоцелевых подводных лодок нового класса вершения. Американцы понимают, что всякая великая держава, она считает сейчас себя великой державой, да, должна обладать преимуществом в морях. Море – это наш последний источник и электроэнергии, и энергозапаса, и металлов, и драгоценных, и недрагоценных. Почему же Россия, обладая огромными морскими просторами, в которых хранятся огромное количество необходимого сырья для страны, не должна строить многоцелевые лодки? Ведь борьба за обладание природными ресурсами в океане – это тоже одно из стратегических задач. Практически всегда на серьезных мероприятиях, которые здесь проводятся, мы всегда обнаруживаем здесь иностранные подводные лодки, их присутствие. Отслеживают все наши действия в океане, боевую подготовку, все наши стрельбы, испытания нового оружия, которое сейчас создается. Ну, если они желают наблюдать за нами, находиться здесь, ради бога. Мы не можем им запретить это делать, это их право. Они не нарушают территориальных вод. Наши вот друзья, ближайшие или соседи, Норвегия, она держит постоянно разведывательный корабль, современнейший, отличный корабль. Держит вблизи наших баз, у Кольского залива, на постоянной основе. А к себе даже на рыбалку не пускают. Норвегия в одностороннем порядке объявила международные воды своими и теперь их старательно охраняет. А вот вы правильно напомнили, что делалось вокруг Шпицбергена и наших рыбаков. Это же конфликтная ситуация. Еще хорошо, что у тех хватило здравого рассудка не стрелять, не применять оружие. Это страх, это страх. Страх государства напасть на Россию, но получить ответный удар более мощный, чем у нее. Мы же можем в них выпустить точечные удары по всем береговым объектам. Страх – это большой сдерживающий фактор. Они же все люди.
Только вот в книгах там слабых бить нельзя, там слабых обижать нельзя. Это же хорошая бабушкина заповедь. Ну а в общем-то история говорит о том, что мир любит сильных. Только такими серьезными вещами, как подводные лодки, корабли, мы сможем защитить свои интересы, мы сможем показать, что мы чего-то стоим. Поэтому вот и решайте, нужен флот или не нужен. Такие корабли. И только тогда я чувствую себя по-настоящему защищенной, когда понимаю, что российский подводный флот будет жить. Скалистые воды на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море в суровый дальний поход. А волны их тонут и плачут, и плещут о борт корабля. Растаяла в далеком тумане рыбачи родимая наша земля. Корабль мой упрямо качает, крутая морская волна. Поднимет и снова бросает кипящую бездну она. Обратно вернусь я не скоро, но хватит для битвы огня. Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня. Легкой погодкой матросской иду я навстречу врагам, а после с победой геройской скалистым вернусь к берегам. Хоть волны и стонут и плачут, и плещут о борт корабля, но радостно встретит героев рыбаки родимая наша земля. Но радостно встретит героев рыбаки родимая наша земля.